О реабилитации и социальной адаптации наркозависимых говорили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. Оно прошло в режиме видеоконференции. 8 тысяч человек ежегодно умирает в России из-за передозировки наркотиками. Это больше 20 человек в день. Спасение от этой эпидемии в профилактике, считают эксперты. Сегодня органы внутренних дел и с другими оперативными службами делает максимум для того, чтобы меньше у нас в республике поступали наркотики. Сегодня было только из оборота взято 56,1 килограмм наркотических средств. Это вы представляете, сколько доз, сколько можно было вовлечь несовершеннолетних в этой деятельности. Для тех, кто попробовал запрещенные вещества, важно создать такую систему реабилитации, которая была бы рассчитана на разные возрастные группы. В Чувашии к этому привлечены 3 некоммерческие организации. Комплексная система дала следующие результаты. Более 170 человек прошли реабилитацию. 80 удалось найти работу.